Остров спокойствия в городских джунглях. Новая экотропа появилась в районе улицы Асаналиева между домами 24 и 26. По количеству отдыхающих можно заверить, жителям она полюбилась. Экотропа по своей форме напоминает школьный стадион, закольцованная территория. Здесь есть волейбольная, воркаут и футбольная площадки. В общем-то, есть чем заняться и детям, и взрослым. Очень хорошо. Мы раньше гуляли здесь. Мы здесь получили квартиру и ходим с детьми гуляли, уже сами гуляем. Я уже здесь третий раз. Вот, мне очень нравится здесь. Мне нравится только то, что водят сюда больших собак и без намордников, без ошейников. Название экотропы «Долина сказок» полностью ей соответствует. Здесь аж несколько вот таких драконов. Дразнить их, кстати, запрещено. Об этом указано в правилах поведения. Я здесь живу 40 лет впервые, чтобы можно вывести детей. Это очень приятно. Здесь очень много вечером с малышами. Можно еще побольше. Для детей еще таких, может, каких горок. Даже это самое здесь этого не было. Я все утром спускалась, потому что где-то надо гулять. Это уже четвертая зона отдыха в районе. Ко дню города на улице Козинца откроют новую часть экотропы.